Вместе вдвоем. Марши, ладись. Ну давай, снимай. Ну давай, так пройдемся, поболтаем. Ты что-нибудь расскажешь. Ну, немножко, минут 10 поснимаю. На память. А заебись видно, да? Ну просто солнце отсвечивает, не, плохо видно. А так снимает он заебись, нормально. Так что ты говоришь, разрешил, да? Конечно. Чтобы это, брат, цыганам воровать, да? Не, ну мы не там не воруем-то. Ну это раньше было, как бы там. По истории там сюда. А так можно, но не желательно. Бог то наказывает, наказывают-то люди. Можешь наказать так, башку отбить, блин, что пиздец. Все желание пропадет. Да не, ну там есть, видишь, которые там, я не знаю, воюют у государства. А получается, ты воруешь сам себя, если ты живешь в государстве, правильно? Ты воруешь, получается, сам по себе. Это вот получается, наоборот, как бы грешнее, чем, допустим, я удал тебе. Ох ты, сука, не, ты не, можешь у друга украсть. Я примерно говорю, ты украл, как получается, у себя. Алло. На катадуфору. Народ, мы на кого сим-карта вортила. Вы телефон вообще я накал. Когда телефон он заебал уже. Дурак лысый, как ты финал куда рода вообще не карьера. Лавы. А я с девчонками непорядочно вообще. Все, я вот так делаю. Вообще четко. Да. Марчелло! Может пукнуть? А ты не пукаешь? Нет, Марчелло. А че? А че? Я интеллигентный человек. Ну а что, потому что ты интеллигентный? Хорош, блядь, я записываю это. Да я ж прикалывался просто. Ну я знаю. Ну а так природа заебись, да? Да, природа. Блин, прям вид охуенный, скажи. Облака, да, небо красиво. Да, да, пиздец, блядь, ебать. Как будто мы с тобой где-то, блядь, на Гавайи, блядь. Отдыхаем, охуенно, да. Охуенно, да. Сейчас еще немножко поснимаю. Можно ко мне зайти, потом чай попить. Только вечером морчило, а это сегодня с ночевкой не получится. Ты ебану, у меня не получается с ночевкой. Да? Конечно. Я просто там ухожу. Там. А я, у меня не получается с ночевкой. Мне надо там по одному делу. У меня так и так, ты что? Я бы тебе сразу сказал, ну, что... Так, можно часиков до 6 я как бы могу это, с тобой побыть. Не знаю, посмотрим. Не, пора. С ночевкой, может, тогда на неделю, может, договоримся тогда, да? Если как да. Будет у тебя возможность. Ну, я не знаю, я лишь мне сразу на работу, мод, в любой момент позвонить, понял, и сказать, что... На работу вызвать. Блять, ну у меня кроме чая там нихуя нету. А, не, есть хлеб, сало, пушка. Да не. Чего? Да похоже. А, давай, пойдем. Я кусочек колбаски возьму, там рублей на стол. Заебись. Нахуя? Да похаваешь хлеб, сало, ну, чай. Да не да, трать деньги. Не, а что там на стол? Доставь себе деньги, да, пригодятся. Ну, а на телефон, чай, на сигареты. С чаем хоть попьем. Доставь себе, не трать, молчи. На сигареты оставь себе, на дорогу, блин. На телефон оставь. Да так, да, сало похаваем с хлебом, блин, чай попьем. Нет, я-то не хочу. И так, так, блин, денег нету, блин. У меня, правда, тоже их нету. Как будто у него дохуя. Сука, два тунеядца, блин. Не, ну я сейчас на работу все, сейчас выезжаю, блин, 2 октября. Или там печенье какое-нибудь взяли бы, если хочешь. Не, не надо, не трать. Опять сейчас морчило работать. Москва, академия, блин.
Москве. Да, с этой стороны, блядь, рука. Блядь, а так на вытянутой руке держишь, блядь, рука устает. Так блядь. Она, конечно, ебать, что, блядь, она даже так вот долго держит. Да, даже держит. Просто пустую руку вот так держать, блядь, устает. Да, долго, блядь, маялись. Москве, блядь. Вот так, блядь, нормально будет все. Москве. Москве, да. Блять, теперь когда еще увидимся, хер его знает, да? Не знаю, решил. Да, что ты? Не, ну я приеду, блин. Ты уезжаешь. Приеду из Москвы, встретимся, блядь. Есть же где встречаться, блядь. Уезжаешь. Холодно будет, ну, будем у меня сидеть. Ну, у тебя, да, что, квартира своя. Бля, хочу Новый год с этой девчонкой встретить, блядь. Туда, к ней поехать, блядь. Да? Смотри сам, что тебе сказать, я не знаю. Смотри сам. Как тебе лучше так и делать? Не, ну надо семьей обзаводиться, время уже, блядь, поджимает же уже, блядь, 43 года, блядь. Правильно, блядь? Ну да. Так что вот так. Бля, прошлый Новый год я тебя подвел, конечно, блядь, пообещал. Блядь. Да, наебал ты мне красиво, блядь. Не, я подучаю, я ничего не сказал. Просто, блядь, тут момент такой получился, что племянник мне звонит. Приезжай, да я понял, да я и тебя понимаю. Тут как бы тут есть и твоя правда, и моя правда. Ну, да. А меня дочка просто попросила, вот, ну, Лиза. Ну, ты младшая, хотя бы ладно, папа, сказал. Папа, встреть с нами Новый год. И прикинь, как я ей скажу, я не встречу, блядь. Не, хотя бы ладно, ты сказал бы там. Сереж, я не знаю, может да, может да. Нет, так а я с тобой планировал все до последнего именно. И только 31-го, когда я же 31-го приехал. Только приехал туда, пришел, и дочка сказала, чтобы, ну, попросила, чтобы я с ней встретил. И я же тебе сразу и перезвонил, бля. А как бы, она маленькая, 4 года я бы ей отказал, бля. Да, она стала плакать, бля. Я понял, просто... Тут, блядь, тоже, как бы тут и твоя правда, и моя тебя, правда, да, видишь? Тоже, да. Я и тебя понимаю, тебе, конечно, обидно. Сказал, мы договаривались, да, блядь, а да, потом, да. Блядь, бах, ты ждал, блядь. Я тебя тоже прекрасно я понимаю. Я, прикинь, блядь, дома один, представляешь? А. Один дома, блядь. Никуда не пошел, нихуя, ни с кем, ничего. Маришка, думаю, мне пиздец, блядь. Натворил. Если, это, блядь, если... Ну ладно, давай лучше не будем загадывать, а то, блядь, опять не получится, блядь, ты скажешь опять. Ну я ж тебе не загадываю. Лучше не загадывать, да, ну нахуй, а то так можно сглазить, блядь. Как будет, там уже ближе к Новому году уже поговорим, да? Да там еще Маришка видно, блядь, что там по деньгам у нас будет. Уже загадывать. Не, не, ну по деньгам должно быть нормально, я же сейчас уже поеду на работу. Ну это у тебя, а у меня... Блядь, расходы не ездишь, блядь, на эту работу. Короче, ближе к Новому году поговорить. Плачь, блядь, деньги такие, блядь, расходов больше, нахуй. Что делать, блядь? Мне, если бы постоянная работа была, блядь, там, рублей 40 бы платили бы, блядь, 45, нахуй. Ну да, полтинчик было нормально. Ну, по этой жизни, да, одному. 50 тысяч, блин, для нашего города нормальная сумма. Цены пиздец, блядь, видал, блядь. Ебанулся, блядь. Что, ты задубил? Нет. Нормально. Да на море, что она теплая. Если была бы холодная, уже бы выбить. А теплый же канал вообще никогда не замерзает. Нет, он на этом не замерзает. Там же, блядь, и чайки, и все вот эти, да, птицы, да, там рыбу, да, ловят, да. Круглый год. Да, да, а его на этот не замерзает. Не, этот замерзает, Марчелло. Когда, допустим, минус 20 мороза, он замерзает, да? Есть. Да, да, тоже рыба. Эти дырки делают во льду, ловят. Ясно. Сейчас опять придется въебывать. Все, закрываю. Все, еще минутку, да, минуту. Станцию еще поснимаю. Закрываю. Поеду в Москов. Ну хоть старшую доченьку увижу. У меня же это Катя там же уже живет. Ну я же тебе рассказывал. Да. Вот с ней. Ну там в Москве, по-моему, видишь, там в Москве, блядь. Там хоть деньги можно заработать. Там даже, блядь, вообще он был дворником. Я думаю, блядь, все. Ну там и расценки, и другие, блядь. Ну да. Не, ну там тоже вот эти магазины дешевые есть. Пятерочка, да, блин. Какие вот, дешевые. Ашан. Я тебе говорю, такие же цены, как и здесь. Вот в таких магазинах. В Пятерочке, там Ашан, да. Ну это хорошо.
скажи что-нибудь по-цыгански. Ну, что-нибудь такое хорошее. Команда исполнилась, да? А что такое? По-цыгански понимаешь? Нет, я говорю, что такое, не понимаю. Что ты сказал? А, ты сказал по-цыгански, понимаешь? Шукари, это значит красивое, да? Фарты шукарни, это сильно красивое. Фарты шукарни. Ладно, друзья, фарта шукарни. Всем пока, до свидания и до новых встреч. Да, аривидерчи.